Громадська організація «Стиль життя» реально існує вже понад 10 років. Це, говорить її голова Валентина Вигівська, просто колектив жінок-однодумців зі спільними інтересами, пріоритетами. Якось сама собою з часом з'явилася ідея оформити дружбу за інтересами де-юре. Так, 3 роки тому з'явився «Стиль життя». Що це за стиль, пані Валентина прийшла розповідати з подругою, соратницею Галиною Машталер. До речі, власниця арт-кафе, де ми зустрічались, також є подругою організації. Пані Валентина зазначила, членство в організації – річ не обов'язкова. А «Стиль життя», я не знаю, Галочка, как у нас тогда возникло вот именно назвать именно «Стиль життя»? Кто-то что-то, мы долго думали. Мы думали. Древлянки, да. Полесянки, как еще там? Какие-то разные. Берегини. Да. А потом вот возникло потом... «Стиль життя». Вот «Стиль життя», давайте назовем «Стиль життя». Ну, прям наталкивает вот это на такой вопрос, а что в вашем понимании, вот какой у вас... стиль жизни? Во-первых, я скажу слово «стиль». Вот кто думает, вот что такое стиль? Это мода. Стиль, как сказал один англичанин, это человек, это есть человек. Стиль – это особенность. Вот мы такие. Мы вошли в интересный возраст, как я его называю. Да, дети выросли, вот, а жизненный потенциал еще большой. И вот мы решили заниматься благотворительностью. Это, во-первых, благотворительностью. Во-вторых, мы решили, как говорится, вот, объединить свои усилия, чтобы вместе, не по отдельности, вместе путешествовать, вместе отдыхать. Вот. Нас объединило еще то, что мы не только женщины объединились наши семьи. Мы познакомили наших мужей. Ходят такие, знаете, вот разные слухи, что дамам без достатка как-то не пристало попадать в вашу организацию. Это слухи. У нас в организации люди разные. Во-первых, разные по профессиям, разные по увлечениям и разные по достатку. Благодійність, активна участь у суспільному житті, насиченість життя власного – все це було і до створення громадської організації. Проте кожен втілював власні задуми самостійно. А як сказала Валентина Вигівська, те, що можуть зробити 10, не може зробити один. Отож, жінки вирішили згуртуватися, аби разом зробити більше. Вся страна волонтери, да, с любым достатком, пенсионеры, не пенсионеры, там люди малообеспеченные, каждый хоть какая-то гривна, какие-то 5 гривен. Но если эти гривен, допустим, 1000, это уже получается 1000 гривен. Поэтому не стоит, если что-то делать, если есть общее дело, не надо обладать большим достатком. Вы помните вот первое дело, которое было направлено, ну, не внутрь организации, да, там, то есть не для себя любимых, конечно, а для кого-то. Я очень хорошо помню. Это была весна, перед 8 марта в 2013 году мы купили сладкие подарочки и поехали в дом престарелых, вышли на сцену, поблагодарили, вынесли свои подарунки. Вот. Вот это у нас было первое. Потом «Вера, надежда», да, у нас, ну, была. «Вера, надежда, любовь». Да, это уже мы когда клубом, хотя раньше девочки наши занимались, это Ленькова и Валентина Ходаковская, они давно уже, это самое, как говорится, помогали. Вот, а мы просто потом уже клубом присоединились. Очень большую спонсорскую помощь. Это вот Галина Ивановна Машталер и ее сын они оказывают. И оказали в прошлом году, и оказывают. Вот она может сказать подробнее, если это интересно будет. Ну, у меня сын во Франции уже 7 лет. И вот как-то мы общались с ним, и вот я ему рассказывала. Мы ходим «Вера, надежда», там вот детки такие... Ну, которые без родителей, которые лишены родительских прав, все. Ну, и он как-то приехал, говорит: «Мама, я хочу с тобой сходить. Можно?» Он пришел, посмотрел, эти детки так его окружили, все. У него какая-то такая все-таки... задела его. И он говорит: «Мам, чем я могу помочь?» З того часу родина Машталер чим може допомагає центру. Солодощі, іграшки. Якось довелося купувати на весь гурт рукавички, згадує Галина Машталер. Чим можемо, ті допомагаємо. На Пасху теж внучка ходила з дочкою.
пасочки маленькие, индивидуально каждому. Угу. И они такие приятные. И... Да, детки хорошие. Да, очень хорошие детки. И воспитатели там очень такие добродушные, все. И просто даже сам хочешь пойти, как-то на душе у тебя хорошо, да, все. Ну от посмотрел это все, от хочется что-то еще сделать. Допомагаючи іншим, члени організації отримують певний бонус. Енергетику. Общение с детьми приносит для меня. Да. Это тоже, это заряжаешься такой энергией. Да. Я говорю, сколько было различных интересных мероприятий, да? Таких было, таких и дорогих, допустим, на мероприятиях было. Но я говорю, буду я везде вот рассказываю, я никогда не забуду этот кабачок, который мы танцевали с детьми. Допомога тим, хто її потребує, не єдиний напрямок діяльності стилю життя. Ці стильні жінки на те й стильні, що задають тон, вміють жити не лише для інших, але й для себе. І ми можемо придумати собі якийсь корпоратив, лично женський, типу девичник. Ми собі придумуємо якусь тему, і ми просто как бы розслабляємося. Для себя. Тема. Для себя. Есть разные. Да, да. Но мы не открываем. Новогодние, да. Ну, допустим, к Новому году мы, значит, себе готовим каждый себе индивидуально костюм. Да. И потом получаем, значит, призы за это. Вот мы тоже собираемся. Так, вечеринка в красном, вечеринка в синем и так далее. Вечеринка в золотом. Это есть. Угу. Члени клубу – поетеси, дизайнери, стилісти, майстрині, просто жіночки з фантазією. Тому що вміють самі, прагнуть навчити бажаючих, проводять майстер-класи, вчать інших створювати красу довкола. Майстер-клас ми спочатку робили в клуб «Спортивна орбіта», там же ж бібліотека, філіал номер 4, для от, у них кружки, кружкова робота. Вот кто посещает кружки, детки, там мальчиков в основном, что-то получилось мальчиков больше. Но с каким удовольствием, у нас было название мастер-класса «Собираем белый кодный кошек», угу. Делали сладкие конфеты. Да, и Танечка Мышталер вот проводила для них этот мастер-класс, и в основном мальчишки захотели. Какие они крутили конфетки, какие получились цветочки, вам не передать, не пересказать. Вот, Танечка им преподала мастер-класс по изготовлению букетиков сладких. Леночка Цыганенко, вот она вот... покажите. Да, можно показать, да, вот такие чайнички мы будем делать к 8 марта. Это уже у нас попросили. Детская библиотека, а вот такого цыпленочка мы будем делать. Это одна из деталей великодного кошика, который мы будем наполнять. Співпрацює стиль життя з молодіжною радою Коростеня, бере участь практично в усіх міських заходах. Нещодавно стильні жінки прийняли рішення взяти шество над літературно-мистецьким фестивалем «Просто на Покрову». У планах фінансова допомога, організація в рамках фестиваля різноманітних виставок, майстер-класів. Перша спроба вже відбулася і виявилась вдалою. Я говорю, выставку родинный музей, семейный музей семьи Борисевич, как ее вторая фамилия, я ее забываю, ну, Царнавска-Борисевич, да, работы, которым больше 100 лет. Очень интересная вышивка, тем более знала, что будут совруча с арт-витальной Зарипада, они привезут свои работы, там у них мотанки, тоже очень интересно. Светлану Зубову мы запросили тоже с ее работами очень интересными, вышивка лентами. И он говорит, давайте, идем, давайте. Ну мы же так не можем просто выставку, конечно, мы поставим выставку, но нам надо что-то еще. Я говорю, нас может уже немножечко будет так смеяться, но мы на все, мы делали перед этим выставку к Дню Матери в Доме культуры. Мы всегда идем с караваем и с какими-то особенными значками мы делаем, да, чтобы как-то объединить всех участвующих в одну семью такую. Вот. Ну, каравай мы заказали. Думаем, что же делать. Там же будут заслуженные, как по-украински, что заслуженный деятель мистец, там будет довши. Как это так? Мы и не подарим ничего на память. Ну, сели мы, думали. И майстриня моя говорит, давайте мы сделаем с бисера. Вот мы сделаем такие брошки с бисера, и человек не выбросит уже. А будет она, можно и брошечкой одевать, и как вот сувенирчик останется. И вот тогда мы, чего началось в библиотеке, пришли в библиотеку, собрали деток, Елена Ивановна нам помогла, и мы с детками плели. Плели маки, плели васильки, плели колоски,
Вот, все это, форму приобретала, ленты с цветом национального флага. И потом мы это уже так вот всем просили, дайте мне, ну, слава богу, всем хватило, по-моему, никого не обидели. Да, и тоже. Мы так не многочисленная такая. Нет, у нас не сильно. Нет. А делаете вы так много? Это вот а много мы делаем? Я вот что-то не как-то неудобно говорить, что вот много мы что-то делаем. Мне вообще вот, ну, делаем. Я же говорю, помогаем, мы еще немного. Хотелось бы больше. Скажите, на что в ближайшее время вы, ну, готовы замахнуться? Ну, кроме, конечно, мастер-класса, ну, есть какая-то такая, знаете, мечта. Мечта есть всегда, вот, замахнуться на что-то новое. Да. У нас очень много, я лично, например, хотела, это я уже вынашивала, с мужем советовалась, говорю, он у меня всегда такая подружка, и он меня очень хорошо понимает, поддерживает, я его очень люблю. Я ему говорю, а ты знаешь, вот хочу, чтобы все женщины были немножко счастливые, ну, если можно, то множко пускай будут. Сделать в газете, как вот наша Коростенская, вот такую страничку для женщин. Даже особенно в наше время, тяжелое время, все-таки косметика там дорогая, дорогущая, чтобы давать советы по косметологии, вот, чтобы давать какие-то рецепты простейшие, делиться. И плюс еще на телевидении передачу для женщин. А вообще я хотела, вообще это мое было желание. Говорю, почему Коростен, разве хуже? Мы можем тоже сделать такое вот не соревнование, а вот из там пацанки до панянки. Почему мы не можем начать в декабре взять женщин группу небольшую и до 8 марта показать, вот как мы можем сделать. Да. Вот мне хочется, да, сделать леди. Почему? Разве это вот это вот моя мечта? Про плани на віддалене майбутнє пані Валентина воліє мовчати. Серед найближчих – допомога українським військовим, які знаходяться в зоні АТО. Допомога переселенцям. Проте це не означає, що справи мирні буде відсунуто. Особлива ж увага й надалі приділятиметься дітям. Життя йде, другої життя нам не дано. Вот, кожен прожитий день, кожен день ти сприймаєш, живеш кожним днем. И дети, есть дети, надо работать дальше. У детей другого детства не будет.